сегодня, 28 февраля 2021 года, на территории Сартовальского муниципального района впервые проводится конькобежный марафон. Это была мечта главы Республики Карелии Артура Олеговича Парфенчикова еще 3 года назад. Приглашаем на старт 24-3.
поблагодарить Пакшина Льва Владимировича за то, что он безвозмездно столько сил, столько энергии отдал для того, чтобы состоялись эти прекрасные соревнования. Вот такого медведя мы тебе дарим. Аплодисменты, представители, выходите к нам!